не верю, это невозможно! Ладно, мужики, погнали, каточка номер два. Что же мы получаем? Что же мы получаем? И мы получаем! Что? Сегодня мы узнаем, что же можно получить, если сделать 1000 килов в новых новогодних режимах. Потому что, как поговаривает легенда, есть очень большой шанс выбить скин из Nebel's коллекции. Или вообще выбить новый секретный скин. Приятного просмотра. Теперь мы знаем, где Флинт спрятал свои сокровища. Здорово всем, ребята, Кентуху на проводе, и прямо сегодня мы узнаем, что же я получу за 1000 килов в новых новогодних режимах. Это будет нереально крутое видео, поэтому, пожалуйста, прямо эту секунду прожмите огромнейший лайк, обязательно подпишитесь на мой канал, а мы приступаем. Кстати, да, не спрашивайте, как мы запустились десятером в одном лобби. Это будет один маленький секретик. Погнали! Мы запустились. Я скажу честно, это было нереально сложно, но у нас все вышло. Ох, ребята, как же мне интересно, что же мы получим? А вдруг мне выпадет какой-то новый крутой скин? Оу, май. Потому что, может быть, это обнова, Новый год, все дела. Кто такой Лондер? Это же не наш чел. 8 надо, еще чел заходит. Но, ребята, вы понимаете, эту рубрику записывать нереально тяжело, поэтому с первого раза у нас, конечно же, не вышло. Потому что попалось очень много рандомов. Но ничего, сейчас-то по-любому выйдет. Ну а вот мы, ребятки, и в каточке! Все, ребята, время пошло! Прямо сейчас подходи ко мне, я буду всех мочить с леденца! Давай, давай, быстрее, 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 братва! Я прибежал к вам на базу! Ваша задача просто как можно... Ого, мне по звуку дали! Как вы думаете, что же я получу за все это, ребят? Вот я, остальные КТшки, это и Климушка, братик, отойди, 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 отойди. У меня уже 12 килов, 13, 14, 15, максимально быстро все бежим. Ядрыть, ну что же вы так лагаете-то, ребят, подошли и замерли. Главное, не двигайтесь. Оружие на пол, руки за голову, всем лежать, морды в пол. Блин, мне очень интересно посмотреть, что же я за все это получу. Уже 26 килов, 28 килов, да! Давай, мужик, быстрее, 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 давай, давай, шевели булочками. Ой, хорошо-то как, ребята, у меня уже 33 кд, 35 кд. И самое интересное, остается целых 3,5 минуты, даже больше, поэтому это хэштег имба. Это полный имба, 42 кило! Мне очень интересно посмотреть, что же я получу за все это. Я отвечаю, 51 килл! Это Рабелла. Наша задача как минимум 100 киллов на фарме. Давайте, давайте, быстрее, 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 быстрее. Ничего себе! Мы, ребята, просто бьем абсолютно все рекорды. Я уверен, мы сейчас получим максимально много опыта. Возможно, нам даже выпадет какой-то новый нож, новый скин. Чел, ты что тут делаешь? Убежал! Потерялся в страхе, лерости, мужик. Блин, ребята, и все эти киллы я делаю именно с леденца. Давай, братишка, подошел, замер. Самое главное, чтобы мы не получили бан. Обалдеть! Я сам по себе, ребята, стрельнул. Ничего, испугался. 75! 77! 79! 80! Просто машины! Машины! 81! Ребята, это точно будет рекорд. Я вам отвечаю. Прожмите лайк за это, потому что я кому-то из вас подарю ПП. У меня все лагает, но мы, ребятки, идем на рекорд. Это все ради цели. Давай, мужик! 2 минуты времени! У нас уже 90 килов! Да, красавчик! НТПК, красавчик! Ай, ты иди ко мне, мой ты маленький. И тебе маслину, и тебе маслину, все маслину. Обалдеть! Я хочу именно в первой катке всех мочить только при помощи леденца. А уже начиная со второй катки я буду применять всякие там бластеры и тому подобное. 104 кило! Я вам отвечаю, это по-любому будет рекордный максимум по опыту и по киллам в этой игре. Я просто в шоке! Что же мы творим? Эй, на по шапке! Опа, получай по шапочке, получай по шапочке. Блин, ребята, у меня уже 130 килов. Что это? Мы сейчас по-любому на фарме больше 150. По-любому будет больше 150. Ребят, максимально быстро бежим. И 140 килов. Я играю в 140 кд. Обалдеть можно просто. Давай, 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 147. Ребят, 30 секунд, все поднажали. Максимально быстро бежим, бежим, мужики. 151, да. Это рекорд, 15 секунд. Быстрее бежим, мужики. 160 килов, мы машины. Мы тупо машины. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. 165 килов, 166. Что же мы получим прямо сейчас? Внимательно смотрим, внимательно смотрим. Внимательно. Обалдеть! 1800 опыта! Победа дня! Что же мы получаем? Что же мы получаем? И мы получаем! В
рот? Да. Вы чё, разработчики? Так, ребята, нам нужна срочная попыточка номер 2. То есть за то, что я сделал медали всего лишь-то 8 серебра? Уважаемые разработчики, вы чё там? Вы на кого батон крошите? Ладно, мужики, погнали, каточка номер 2. Кент, а откуда у тебя такие скины? В смысле откуда? Дорогулечка, это моя! Подожди, что ты слышал про булдропчик? Да. И я слышал, боже, булдропчик! Это топовый дропчик! Если ты хочешь, братик, жестко окупаться, прям нереально жестко, поднимать все топовые скины и так далее, то залетай на булдропчик. Там же добавили новый ивент, знаешь, как он называется? Фабрика эльфов. Да, и ты там фармишь карамель. И эту карамель, братанчик, меняешь на топовый дроп, поэтому быстрее фарми карамельку! Все нужны ссылочки снизу, а сверху над моей башкой ты видишь секретный слово, по которому ты забираешь свой приз. Все нужны ссылочки есть снизу, а мы идем дальше. Каточка номер 2! Слышишь? Ты что сделал? Так, пацаны, сейчас нас буду мочить при помощи пушек. Мы поняли, что мочить при помощи леденца это плохо, потому что нам всем дают посмахтать леденца. Ой, имба! Все, пацаны, я мочу при помощи пушек. Так, мужики, подходим, подходим. Быстрее, 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 быстрее. При помощи пушечек все получают по шапке. Так, братик, опа. Найс, аккуратно. Ко мне не подходите. Ничего себе, это жестко. Просто чекайте, что я творю. Получай по шапочке ты, получай по шапочке. Ты, имба, у нас уже 20 кило. Ребятки, давайте, давайте, давайте. К подаркам подойдите, вот туда, да-да-да-да-да. Имба, поехали. Ой, хорошо-то как. Кто шагает дружно в ряд, то получает от кента. Опа, получай по шапочке. Сюда, сюда, пацаны. Мои вы маленькие, мои вы сладкие. Сюда, пацаны. Блин, слушай, мне понравилось. Базука, базука, это вообще нереально, имба. Просто чекайте, одна тычка, челов нет уже. И все получают на вгоде подарок от кента ПК. Вот это имба, 47 кило, ребятки. Так, мужики, быстрее все бежим сюда. Ребят, 59 кд играю. Говорится, киберспорт не пропьешь на попытке Белли. Слушайте, ну прям вообще очередки даже неплохо идем. Давай быстрее, мужик. Мне нравится, что пули прям максимально идут быстро. Давай быстрее, быстрее, ребятки. Не теряем время. Быстрее, быстрее, бежим, бежим, мужики. Все подходим сюда и замираем. Ребят, у меня уже 79 килов. 83 кило, обалдеть, иду 83 кд. Так, ребят, у меня 93 кило. Мне очень интересно посмотреть, что же мы за все это получим. Как вы думаете? Давай, мужик, давай, давай. Быстрее, 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 все на мид, все на мид, все. Ну, не на мид, сюда, но вы поняли. Подарком. Ай, да красавчики, пацаны. Все, ой, хорошо-то как. Так, мужики, 103 кило, еще полторы минуты времени. Возможно, это будет рекорд. Имба, 109 кило, пацаны. И опять с базуки, хидыщ. Так, все, у меня 123 кило. Давайте, мужики, быстрее, 50 секунд, ребята, мы идем на рекорд. Все бежим ко мне, опять базука. Ой, хорошо-то как, 135 кило в 30 секунд времени. Максимально быстрее, ребятки, в очередь за колбасой все становимся. Кто последний прибежал, тот будет без подарка на Новый год. Умнички, ничего, чего там челюха слетает. Ребята, 153 кило, это рекорд, давайте быстрее, 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 быстрее. Лучше, 157 кило, 158, 5 секунд времени, давайте, да, 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 да. 162 кило! Это новый рекорд! Тоже мы прямо сейчас получим, внимательно смотрим! Тоже мы получаем за все это! Как вы думаете, и мы получаем 1800 опыта, да! И нам дают... Что? Я не верю! Я не верю, это невозможно! Ну а прямо сейчас мы перемещаемся в гонку отморожения. Или как там она называется. Погнали! Ну шо, let's go, let's get it. Начнется великая битва, ребятки. У меня миниганчик. Так, ребят, подходим ко мне, и сейчас будет самое приятное. Тут нету спешки по времени. Останьте в ряд друг с другом. Вот так, можете стать одной линией. На счет три улыбайтесь. Раз, два, три! Обалдеть! Так, обратно все подходим. Все подходим сюда, ребятки. О-хо-хо! Обалдеть, не встать. Слушайте, а это прям максимально изи. Мне даже нравится. Так, все подходим. Слушай, мы хорошую идею придумали, да? А может быть, из-за того, что мы сейчас слишком быстро закончим, нам что-то дадут? Типа, знаете, дополнительный какой-то приз? Может быть, нам дадут, там, не знаю, ну, например. 1005 голд. Дишки. Чел, ты чё там в воздух стреляешь? Обалдеть, ребята. О, и последний, завершающий килл. Я делаю с леденца. Что же мы получаем? Внимательно смотрим, и мы получаем ледень джентльмен. Ого, у меня 35 кило. Ничего, мы быстро нафармили. Я получаю очень много опыта. Сколько? А, 228. Не, опыта получаю не так много. Но я получаю... Чего? Чего?
Вы чё, мужики? Это прикол какой-то? Давайте повторим. Ну что, ребята, окадочка номер 2. Ну, мы сразу переместимся. Конец. На по шапке, на по шапке, на по шапке. Ну что, ребята, финалочка! Ай, все, все, пацаны. Что же мы получим? Возможно, сейчас-то стендов-то исправится и даст нам какой-то хороший подарок. Что же ты нам даешь? А ну-ка, внимательно смотрим. И мы получаем, леди и джентльменс. Новый ФАМАС! Как? Что? Вот это еба! Ну что же, ребята, если понравилось подобное видео, с вас лайк, подписка, обязательно подпишитесь на мой ТГ, там будет халявный ББ. Потом прямо сейчас на ютубчик подписались и на ТГ, ссылка в описании. Всем удачи, всем пока-пока!